Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале ConsoleGame. Продолжаем путешествие. Маленькое движение начинаем. Ух ты! There's such a thing as relying on magic too much, you know. Says a guy who's basically a bunch of metal. Город при Авалесском замке. Так. Ну, это мы уже тут были. Чаша. Ясно. Так, ну что, нам надо бы... Монстрила. Нет, мы пока пойдем поизучим все здесь. Мы всегда можем прилететь. Break though. Dangerous, that's what. Вам доступно 2 из 5 заклинаний. Чуток ему не хватает, да? That much I knew already. Опаньте. Оп, так. Хорошо, замечательно. Мы всегда успеем туда вернуться. Quite a few of them, aren't there? Don't worry, I'll mop them up nice and quick. Period. We got this. Looks like everybody showed up. Might as well make the most of the opportunity. Do I have to? This'll do it. There it is. Ha!
its next move. Ooh, that gotta hurt. Yeah. You're gonna love this. Ого! Reasonably impressive, I suppose. Мы усилились. Reasonably? Kiss my ass. Пошел ты в попу! Вот он. Уф, gross. Да. What's this? Duh. There's Duh. No one around. Did you do something to annoy them all? Duh. What didn't I do? Так, ну где-ка. Ага. Очистительный огонь. Неплохо. Так. We're still a ways off, aren't we? Далеко ведь. О! О, неплохо. Я бы вам сказал, неплохо. If anything jumps out at you, strike first and ask questions later. Так, кто-то прыгнет сначала в бой. Anything happens to be an actual person. Окажется человеком. Highly unlikely, I'm afraid. There's a ton of these ruins with no roofs, huh? Something must have hit the buildings hard. You can say that again. Hard to imagine what could do that. Домик открыли. Could probably chill here for a while. Wonderful. I for one can't wait to take a load. Прекрасно, сделал перекур. Take a load of what? Курить собрался. Actual treasure. Отлично. Ну-ка, ну-ка. Найдены. Все интересные точки уже найдены. Ладно. What was I gonna make again? Так, вы можете получить умение. Частое применение заклинаний ускоряет восстановление магии прорыва. За изготовление или улучшение предмета. Вы можете получить умение на большой дистанции от врагов, мои прорывы становятся быстрее. Изготовление. Вы можете получить умение добивания ускоряют, ясно. Так, вероятно, хотите брак, но это понятно. Вы можете получить умение прикол. Ясно. Точно контратаки приковывают так. Это вот за то, что мы. Котик здесь.
давай. Так. Фиолетовая, красная магия. Так. Ну это тут 8 уже не акту... Диверса. Урон повышен, ну тут. Так, экзического урона. Повышен. На большой дистанции, на большой дистанции врагов. Быстрее. Ясно. Ну, там 10, тут 10. Валента. Так. Ожерелье Фидес. Красная фиолетовая магия. Видишь защиты, а у вас защита есть. Заряжаем. Так. Здесь 45-43. Здесь магия чуть поменьше. Так. Здесь 45-43 защита, но защита больше. Так, и здесь мы можем...
честно, да. Я думаю. Так. А теперь мы должны... Так, 270. Так, подожди. Здесь 131 защита. И здесь 131 защита. Видишь? Отдохнем. Пока там волны и все дела. Слушайте, ну там защита-то ноль. Нет, тут он так спит. Левитация. Ты понял? Это у него левитация, у этого кота. Так, тихо. Понял я. Ну попробуем перебежать. Is the break getting worse? Possibly. Да, возможно, смотри по сторонам. Yeah, yeah. Ох ты, ёлки, да не туда. What? No!
We're still a ways off, aren't we? Not too far now. Так. Давайте, Ксяна, попробуем вот этот вот ожерелье одеть. Тут 274, 166. Ну давайте попробуем. Готовы, подойдем. Мне интересно. Да вряд ли. I bet one of those cool cats is nearby. Look around then, if you must. Уж без этого никак. You know, it's not the ability to use magic. Сама по себе магия ничего не решает. It's what you do with it. Yeah, thanks. Kind of guessed that already. Good. Then I won't need to tell you again. Did you find something? Идем потихоньку. А, вот это наш же кот. Ух ты! А то сбежит! Кошаки! Сидим. Сейчас у нас неприметно этот. Идем потихонечку, потихонечку. Ох,
Ох, как он. Еле-еле двигаемся. По чуть-чуть. О, привет, привет. Ух, какой чёрненький. Красавец. О, good kitty. Goodness, you're a regular cat, China. Арамак. Там ты прав. Еще один, ну не, ни хрена себе. Кот аромат. Любит ничуть не совершать тумана, не слышно мерить шагами овалит. Аромат помогала. Прав. Готовится к заседаниям. Она осматривала места преступления на предмет улик. Во время расследования Ромак вела себя очень сдержанно, чтобы не привлекать излишнего внимания. И даже сама прав не знала, притворной ли была ее скромность. И будет навещать ее в приютах. Отлично. Памятник фамильяру. Не зря мы, не зря. Magic is in the answer to everything. Так, все-таки магия не все сильна. Карта, да? Ясно. Это юнонский замок. Сейчас мы сгоняем. Journey's end.
Well, that was quick. Да. Так, идем, глянь. Не, ну это сделали, краски, все это. Oh, poor thing's terrified. One's home falling apart around one's ears will tend to do that. Нам нужно найти чувачка, чтобы купить нам защиту поставить. Рынок. Anything take your fancy? Чем заинтересовал? Конечно. Так, может, который дает абсолютную защиту от. Nice doing business with you. Да. Вы можете так не успеть зак за изготовлением и улучшением предмета. Так, Витали. Фрейм может усилить своего эффекта, когда абсолютную защиту от эффектов, снижает скорость и восстановление выносливости. Ты все раскупила? А что, хорошие у вас книжки, спасибо, они мне пригодились. You must be a smart one to have no trouble with books. Это какую же голову надо иметь, чтобы в таком разобраться? Для меня это все темный лес. Да, обычная у меня голова. Хорошо, что книги и теперь у тебя знания не должны пропадать пустое. No more books to trade, I'm afraid. Maybe one day. Может быть, когда-нибудь. Hey, I used to buy stuff like this for my cat. Это те штуки буква. Well, конечно, у кошатников издвигали. Like если что понравится, можем на что-то обменяться. Мы кота любим, всегда договоримся. Could I get anything for this old coin? Are you seriously going to fill your pockets? Ты что, продолжаешь таскать за собой этот хлам? Чудесная пчица, выбирай. What would you like? Что хочешь взять? Котеночка. Чтобы в нее какую-то пушку. Кошачья травка. Ведь не зря же она ему это самое. 8. The kitties adore that one. Придумал один плотник, который мне доел, что котенок портит стены. Другие кошатники не сразу оценили мысль и тоже заказали себе такие новые. Быстро поняли, что никакая когтёрочка не поможет, если твой кот просто-напросто отказывается ее использовать. Эту смесь злаков составил один особо наблюдательный посвященный, который заметил, что уличные коты очень любят пощипать травку у его дома. Его эксперименты увенчались созданием исключительно полезного аппетитного кошачьего гуся. Зачем?
Затем все тот же посвященный и ряд его коллег заинтересовались вопросом, почему кошки, будучи хищниками, так обожают траву. Но, к несчастью, из-за тумана довести исследование до конца не удалось. Цепастик сделал игрушку, потому что кошка пытается играть с большим мечом для детей. Мяч уже легкий, но прочный. Так, азартный бог, правда, некоторые кошки такие непоседы, что не умеют играть подолгу. Известный любитель котиков превратил ничем так в котелок в мягкий домик для кошек. Не любой котик разрешится прыгнуть, но всякий, кто все-таки отвертся, ценит уютную подушечку. Кстати, ее легко убрать, вокруг банки что-нибудь приготовить. Посмотрим. Так, карта. Сейчас мы с детишками сперва разберемся. What's happening? What's happening? Ага. Давайте-ка. Ты же прислал нам много картинок. Да, смотри. That's amazing. Is that really what it looks like out there? I want to see more. Хочу еще картинки, пожалуйста, пожалуйста. Okay, okay, I gotcha. Ладно, принесу еще картинки. Теперь на фото можно наложить фильтр яркий. А все можно ложить в фильтр постель. Так, сделать 20, из них показать детям. Так, и теперь последний. Нет, так, детям отнесли. Понесли. Как говорится, закрыли. Теперь нам надо закрыть эту.
Я не понял. Странно. А, она, наверное, уже дома лежит. Да нет, это этот мужик там стоит, не то. Let's see. No. Flighty little creature. Hey, worth chasing hold on. Down, perhaps. Давай. Куда он нас ведет, кот? What do you want us to find here? Куколка. You let me here on purpose, didn't you? Да. +3 из 9. Aw, aren't you just the cutest? Какая же ты лапочка. Так, ладно. Карта. А, ну это тут помолиться. Нет. Опять вверх. Так, ладно, куклу подобрали, хорошо. Куклу мы подобрали. Hey, Bob. That's really? What more can the old loon possibly tell us? У меня к тебе вопрос или загадку, пожалуй, да. I have a question for you. A riddle. Yes, perhaps. Будь добра, напомни, что мне дороже всего на свете. What means more to me than anything else in the entire world?
Yes! Yes, that's right! Да. Ori is more important to me than anything. Только кроме Каллисты. Well, except perhaps Каллиста. Family. Yes, family. Thank you, Frey. Nothing to thank me for. Не за что. I'll be back as soon as I've got that ready. Я вернусь, как вы с Малу. А вы пока держитесь, хорошо? I want you to have this. Вот возьми. It is это привет из прекрасного прошлого. Береги его. Hold it close. Ключ к семейному дому Тин, который Робиан дал Фрей. Даже после того, как Юнон поглотил туман, Робиан больше не мог вернуться домой. Он хранил этот ключ при себе, пока бродил по земле, предлагая помощь нуждающимся. Ключ служил символом непоколебимой веры. Однажды Атия будет спасена, и он наконец может вернуться домой. Ясно. Wow, хорошо. I will. Family, huh? Семья. Still thinking about what the old man said. Вспоминаешь слова нашего старика? Да, нет. Я раньше не задумывался, насколько все-таки Боб держится за мысль семьи. В архиве было... Я понял. Так. Мы еще взяли ключевой предмет. Ключ. Может быть, это что-то нам и откроет. Ясно. Нам еще один. Так. Ну это у нас одна кукла. 3 из 9 кукол. Ладно, эту мы потом. Так, это дети. Два. Так, нет, ты понял. Наверх нам надо подниматься. Так, ключик получили для Юнона. Мы помолиться должны. А. Ладно. Это тоже надо раз. Only I could have protected you. I know I can't change anything now, but изменить. Still wish I could have spoken to you one last time. Так, все. Это драк.
Be careful. I am guarding a dangerous criminal. Well, at least this little guy survived. Хоть ты малыш не пострадал. Пока. Let's see. Flighty little creature. Worth chasing it down, perhaps. Ага. Пойдем, пойдем, малыш, пойдем. Wait, it stopped. For me? Oh, что можно have. Выменить на них? You're no Homer, but you're cute. Ты, конечно, не Гомер, но классный. You're no Homer, but you're cute. Так. Событие-то помолиться. Ну это туда же это. Может же тут были. Ты видал туманы, туман. Ну это мы уже тут были. Второй раз. Ладно. Ну ладно, уже отметился. Уже отметились. I know I can't change anything now, but I still wish I could have spoken to you one last time. Так, ну что ж. Полетели. Может быть, мы торговца, конечно, найдем этого. Помимо кошаков.
Нет, но эти два. You're no Homer. Ты, конечно, не Гомер, но хороший. Не, ну у этого кукол у меня нету, да? Продавца. Вот этого я, этих я нашел двоих. А, вон он. Ты понял. Let's ага. Have a look, shall we? Зонтик. Давай зонтик возьмем. Этот плащ сокращает длительность действия вредных. Надо было копить вон тот. Ладно. Thank you very much. And here. Ладно. Pleasure doing business with you. Грибы. Ясно. Но нам все равно надо будет готов пускать плащ, который вредных эффектов снимает. Ладно. Понял я. Надо было кукол держать. Кукол держать. И тогда бы мы смогли... А, все равно было 4 бы всего лишь. Ладно. Будем... Ну что, дорогие друзья,